Привет всем подписчикам и гостям моего канала. Сегодня я хотела показать вам мои заказы с AliExpress. Кто наблюдает за мной ВКонтакте, вы, возможно, замечали, что я занимаюсь не только лентами, но и плету из проволоки разные украшения, в том числе и гребни. Вот такие. И где я беру бусины для гребня, я хотела сейчас вам показать, какие, вернее, использую бусины и где я их приобретаю. В общем, первая посылка вот мне пришла с AliExpress. Это бусины 3 мм пластиковые. В общем, у продавца было написано, что здесь 1000 штук. Я, конечно, не считала, но вот пришло. Стоит копейки. Оставлю ссылку под видео. Посмотрите, пройдете по ссылке. Вот, это первая. Вторая посылка. Здесь матовые бусины. Круглые. 6-8 миллиметров. 6,8 миллиметров. Бусины очень красивые, граненые, без сколов. Отлично переливаются на солнце. Очень хорошо будет смотреться в украшении или, допустим, кто-то делает серединки для цветов канзаши. В общем, классные бусины за низкую цену. Советую посмотреть что-нибудь себе, может, присмотрите. В общем, видите, как они переливаются. Это вот в тенечке. На солнышко, если, допустим, в прическе будут бусины на солнышке. Очень красиво будут переливаться. Мне очень нравится. И стоят они вообще недорого. Это стекло. Это, кстати, стекло. Стеклянные бусины. Вот эта посылка большая получается. Мне вышло на $8. Около 500 рублей. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, вот здесь мне пришли вот эти бусины, 4 миллиметра идут, тоже вот они переливаются. Это бордовые, полупрозрачные бусины, 145 штук, я, конечно, не считала, но, судя по всему, здесь столько и есть. Вот у этого продавца, кстати, я заказываю не первый раз, и все бусины, все хорошие бусины, без сколов, то есть. Отлично, проверенный продавец. Если будет интересно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видео. Так, вот эти по 6 миллиметров идут. Тоже очень красиво переливаются. Кстати, кому вот интересно мастер-классы по гребням, можете писать в комментариях под видео. Я посмотрю, если желающих будет немного, то, возможно, я как-нибудь сделаю такое видео и покажу вам, как я делаю гребни. Вот такую красоту. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.